Итак, ладно, еще раз всем привет, добро пожаловать, и вперед продолжим проходить дополнение для Xenoblade Chronicles 2. Так, Razer, спасибо, что проверил состояние, вроде все работает отлично, это радует. Итак, на прошлом стриме мы остановились на том, что нам нужно было прокачать сообщество, для того, чтобы дальше пройти по сюжету. Мы выполнили несколько сайдов. Я тоже вне стрима быстро пробежался и выполнил самые неинтересные квесты. И прокачал все-таки уровень. Довольно быстро на самом деле. Мне повезло наткнуться на пару квестов, которые выполнились реально очень быстро. И мне дали пан 2 человека в общество. И сегодня мы можем пойти дальше по сюжету и, скорее всего, завершить эту историю. Так что вперед. Надеюсь, со звуком и с картинкой у вас все норм. Если нужно что-то потише или погромче, пишите в чат. Ну, и вперед. Так, ну что ж. Похоже, мы почти готовы приступить к эвакуации. Ну, вроде в целом готовы, да. Если бы не ваша поддержка, мы, возможно, никогда бы не смогли осуществить это. Я благодарен вам от имени Иры. Я не знаю, почему ты благодаришь нас. Я ведь рыцарь теперь, понимаешь? И знаешь, что еще? Что? Мне действительно начинает нравиться это место. Здесь можно увидеть много разных слоев общества. Это настоящий плавленый котел. Я тоже это заметил. Так много переплетающихся жизней, собранные в одном месте. Я испытываю то же самое чувство по отношению к городам Суперби. В их городских окрестностях есть много, что может понравиться. Ну, теперь я из-за тебя. Теперь у меня появляется желание нанести визит этим местам прямо сейчас. Тогда мы можем пойти все вместе. Мы прикончим Мецу и лично отвезем Хьюго домой. А, да, пожалуйста. Мы встретим вас распростертыми объятиями. Улицы будут переполнены радостными криками. Я была бы очень признательна, если мы могли бы пропустить все эти официальные мероприятия. Эй, послушайте. Как думаете, у нас вообще есть шанс против Мецу? Понятия не имею. Его сила кажется настолько невероятной, что я даже не могу предположить. Но тем не менее, у него есть свои пределы. И помимо прочего, Адель никогда бы не смог
справиться со мной так эффективно, как сейчас. Совершенно верно. Господин Адель более чем готов расправиться с этим подонком прямо сейчас. А мы будем прямо там, чтобы наблюдать, как это случится. Не так ли, Сато? Ну, раз мы зашли так далеко, то стоит увидеть все до конца. Эх, эти ребята. Вы же не серьезно. Вы хоть представляете себе, как опасно находиться даже... отдаленно рядом с Мецу. Если вы пойдете с нами, вы будете рисковать своими жизнями. О. А я полагаю, что до тех пор, пока... Я полагаю, что до сих пор с нами все было хорошо, мы были в безопасности, не так ли? Мы знаем, во что ввязываемся. Ясно? Ты понятия не имеешь, о чем ты говоришь. Икари, перестань. Ну же, пошли. Давайте вернемся в гостиницу. Я хочу хорошенько выспаться перед решающей битвой. Мудро. И мне действительно нужно обсудить это с Атакико и Милтоном. Ну да. Ну что, ребят, готовы к концу? Отдохнуть. Мецу направляется к ядру Иры. В исходной конфигурации ядро находится в грудной клетке Титана. Но Титан еще не проявлял признаков трансформации. Ты думаешь, что Айгис решил вздремнуть или что в этом роде? Это было бы нам на руку. Этот горный хребет составляет верхнюю часть тела Титана. Именно там должно появиться ядро. Пройдет некоторое время, прежде чем войска будут организованы. А мы пойдем вперед. Мы отправимся утром. Это отстой! Сидеть дома в столице? Я хочу пойти с вами. Ну, этот стой. Предстоящая битва не похожа ни на одну другую из тех, с которыми мы сталкивались до сих пор. Пожалуйста, пойми. Шин, ты не можешь им сказать, я клянусь, мы не будем мешать. Нет, в этой битве вы будете отвлекать. Как-то так. Милтон, ты будешь очень... полезен Аделю, если останешься в столице. Да ладно, разве ты не понимаешь? Ты их не слышишь? Хорошо? Ты бы не помог на поле битвы. На самом деле, защита тебя от Мецу... высосет все силы из меня. Но, эй, я хочу сказать, что если ты останешься здесь и будешь оберегать Сатайку от неприятностей, мы сможем сражаться так, как должны. Вот что они хотят сказать. Я не нуждаюсь в присмотре. Видишь? Ты понимаешь, не так ли? Что тебе нужно сделать, чтобы помочь Аделю? Пообещай мне, что убьешь Мецу и вернешь Аделю, несмотря ни на что.
Да. Я обещаю. Ну, отлично. Значит, теперь каждый из нас знает, что должен делать. Удивительно прилежно. Тебе нужна помощь? Нет, просто убиваю время. Если ты хочешь поговорить, то я не уверен, что я подхожу на эту роль. Ведешь дневник, да? Кагацуша тоже этим увлекается. Это теперь в порядке вещей? Кто знает. Я такой, какой есть. И она тоже. Ты знаешь, что когда твой драйвер умирает, ты возвращаешься к своему ядру. Это кажется довольно бесполезным. Нет ничего странного в желании узнать, кем ты был раньше, когда ты пробуждаешься. И ты не можешь быть уверен, что вообще найдешь его, верно? Даже если так, ничего нельзя сказать наверняка. Но это хоть какая-то надежда. А это уже много для Блейда. Но в чем смысл? Чтобы сохранить связь со своим драйвером. Связь. Думаю, тебе трудновато это понять. Эй, не будь злюкой. Ты так говоришь, будто у меня нет сердца. Что? Я имею в виду истинная связь, которая предназначена для тебя. Я не думаю, что ты найдешь ее здесь. Но мой Адель, но мой драйвер Адель. Конечно, это так, но я чувствую, что это не то же самое почему-то. Твоя настоящая близость находится в будущем, а не в этом времени, в котором мы сейчас находимся. Я просто чувствую это своим нутром. Назови это интуицией Блейдов. Звучит как-то туманно. Дабы сменить тему. Спасибо заранее. За что? Я не ожидал этого. Вы оба были такими безнадежными с детьми. Настолько безнадежными, что я не могла просто сидеть и смотреть. Буду считать, что я понял. Да, Хикари. Твой Рекс еще не появился на свет. Кто-то спойлерит. Хикари. Это истинная форма Титана Иры. Мецута.
У нас мало времени. Продолжаем двигаться. Так, ну. Вперед. Ну, Эрасов, они-то ни на что особо не способны, так что смысла... Ой, не туда иду. Смысла особо нет. Так, а нет, все правильно. Мне нужно круг сделать. Да, а вот и истинная форма Титана Иера. Ну, как бы... Выглядит опасно, это уж точно. Мецу, будешь ждать внутри. Думаю, да. Но это заставляет меня задуматься, какую цель он преследует, делая это. Может, это просто резня ради самой резни? Хикари, может быть, ты лучше понимаешь, это как Айгис? Нет, возможно, я обладаю такой же силой, но это все, что у нас есть общее. Возможно, это отражение чего-то в глубине... сознание Марвени, я действительно не знаю. Адель? Пойдемте, мы не можем дать ему больше времени. У меня плохое предчувствие. У меня тоже. Рейзер Ту... клевый пранк, который уничтожит кучу людей. Мецу подождет. Ну что ж. Время наконец-то пришло. Действительно. Хьюго. Мне очень жаль, что я... втянул в тебя во все это так далеко. Так глубоко, скорее. Да вовсе нет. Айгис нужно остановить. И я не собирался уклоняться от выполнения этого задания. Остановить Мецу. Это же... это такая же... важная работа для Суперби, как и для Иры. Лаура, я чувствую, что я должен извиниться перед тобой. Адель, хватит флаги поднимать смерти. Ты когда-нибудь представляла? Когда мы сталкивались в бою тогда с друг другом в Элтре, то в итоге все кончится здесь, и ты окажешься тут. Нет, не могу сказать, что представляла. Но не стоит об этом беспокоиться. Я чувствую, что победить его — это тоже моя судьба. Я встретила так много людей за такое короткое время. Узнала их. Видела, как они смеются, плачут. А еще я... приобрела друзей, которых я никогда не забуду.
В этом мире есть много вещей, которые стоит защитить. Именно это я собираюсь сделать. Хорошо сказано. Это меня так тронуло, что мне кажется, я сейчас... Адель, только не опять. Я серьезно. Мы победим. Как мы не можем. Абсолютно. Конечно. Ну, всякое дерьмо бывает. Так что не факт. О, слушайте, тут неплохо опыта набралось. С 58 уровнем пойдем на босса. Нормально. Хьюго остается. Ну, Малерон, да пройди. Она ничего. Какая-то тут тишина. Ни музыки, ничего. О боже. Кстати. Что я сами сру? Dark Zone 1. Ова. Вот представьте, кто-то в вашей голове вот так же гуляет, монстра убивает. Как мы сейчас внутри этого титана Ира. Весело. よし。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 
Ну, Рейзер. Вроде у нас их нету, то что нормально. Хотя, может, чуть-чуть это к тебе только разница относится. Или все-таки нет? Ну, я не знаю, я раз как глубоко там это изучаю. А, нет, все-таки Рейзер у нас-то. Отлично. Ты не
Да господи, когда вы кончитесь уже? Ей. Так. Слушайте, мне как кажется, или картинка на бэкграунде тут изменилась? Так. И все. Значит, мне не показалось. Смотрю, как-то непривычно. Ну а чтобы здесь пройти, нам нужно вон туда пойти опять. Привет, Аля. Так, слушайте, я тут думаю, когда вот закончим вторую часть и начнем первую, перенести время стримов с 5 на 6, потому что вижу все равно в конечном итоге люди собираются в 6 часов. А в 5, походу, или рановато, или сила привычки. Вернусь к единому графику. Я хотел как лучше, но да. Привет, Степан. Я не знаю.
Что это еще? Все? Получается. Да. Все-таки Хари пытается произносить слово Эйдж, но получается Эйдж все-таки. Сколько бы она ни старалась. Ну, может, это намек? Ой, Эйджи в жизни не хватает. Поэтому она такая раздражительная постоянно. Почти. Ну, господи, что это за хрень? Не, раз это уже слишком как-то жестко. Хажимемаште, десне. Коно башо ва саксен кёте ни ёсасо дес. Ютта. Твою же. Нуар, ну да. Темная зона. А давайте без особого врага, пожалуйста. Чего? Да, походу нас не пустят. Пытаемся его свалить как-нибудь. Главное самому не свалиться. Yep.
スラッシュ下がって見直しです。私にはいつでも忘れる。これはどうだ、スラッシュ崩れろ。見よう、解放する。ну и ракурс。Блин, это не помогло его Каждый бьет свой элемент. Ну, каждый бьет свой элемент, да. Тут нужно два закода. Как раз на уверкилле заработаем больше очков. Если, конечно, кто-то не сдохнет в процессе. スラッシュ。
Хьюго, переключайся. Молодец. Опять кое-кто все портит. В смысле они сдохли? Короче. Опять. Ну держитесь, почему напарники тут такие бесполезные? Ну да. Мне что, придется их в одиночку? Все, его валить. Напарники. Как затащить в одиночку? Юго, назе соко де харияу? В смысле это хрень исчезла? Отлично. То есть в итоге мне не обязательно было валить этого монстра. Отлично. Но мы все равно молодцы. В отличие от наших напарников бесполезных. Которые все испортили. Могли бы такой верхил сделать, что 60-й уровень взяли бы.
Концентрат попался. У нас еще одно такое испытание. Вроде впереди, надеюсь, это последнее. А то уже как-то их перебор. Эти испытания типа нас проверяют, насколько мы готовы
тому, чтобы надрать задницу Мецу. Ну, вроде достаточно. Стоп, а тут что? Во, оно двигается. Не, ну отсюда, конечно, прикольный вид открывается. Вон там, кстати, дорога, которая идет до порта, где мы были. Прикольно. Особенно прикольно прыгнуть. Как скажешь. Ну как тебе, Рейзер, понравилось? А, ну, увы. Тут такое нельзя сделать. Только вот так прыгать. Привет, よし、
いい感じだね。やるべきだよ。気だらけですよ。フラッシュ施設いつでも言えますね。リンカ止め。Верните Кай. Готово. Так, ну что, все? Пора бить Мецу или как? Походу, да. Давайте посмотрим, что у нас на карте. いい気分転換になった。さて、何しに来たんだっけ。到着。見慣れた場所でも慎重にな。Так, ну все, походу, приехали. Раз такое дело, давайте тут сделаем перерыв. И потом вперед. Заканчивать историю.